конечно же, на территории смысла с наклятями лекции Николая Трубара и мастер-классы Марии Ярославцевой и нашего прекрасного Евгения Козлова. Новые идеи рождаются. А мы с вами возвращаемся в Москву, в Китай, где наши гаджеты помогают малышам ориентироваться в новых технологиях. Академия идеального селфи с Башкатом. Мы учимся делать потрясающие автопортреты, мы участвуем в конкурсах, мы получаем призы. И что может быть лучше? А лучше? Лучше могут быть удивительные концерты. Наталья Новикова, огромное вам спасибо. Потрясающий G4, селфи от олимпийского чемпиона Ильи Ильина, Дмитрий Билан и, конечно же, Псай. Все это на сцене. Уважаемые журналисты из Украины, мы благодарим вас за прекрасные публикации, за обзор, ревью, новости, посвященные нашим смартфонам. Мы прекрасно понимаем, как важны и ценны ваши публикации. И точно так же низкий поклон уважаемым журналистам Беларуси за освещение этой повестки. Ну а мы с вами уже весне 2016 года, где наши замечательные партнеры Естинет и Павел Кушелев открывают первые секреты смартфона LG G5. Это, конечно же, программа «Чудо техники» на НТВ, где присутствующий в зале Ким Кошинов рассказывает нам об LG G5. И, конечно же, Дмитрий Ильинин. Подробности технологии LG G5. И, конечно, 35 наград. Это не только наша, а еще и ваша заслуга. Наши любимые друзья, мы земляне, но мы все равно мечтаем о космосе. И если космос открывает для нас герои России, прекрасные космонавты, а телефон LG G5 интегрируется в наши дни донора LG Роскосмос на заводе, мы очень ценим это. Забегая вперед, скажем, что и Казахстан, и Белоруссия были дни донора. Наши уважаемые друзья, в первую очередь для нас вы четвертая власть. И ваши публикации, ревью, новости чрезвычайно важны для LG Electronics. Уважаемые партнеры, вы отвечаете за дистрибуцию нашей продукции. И мы вам несказанно благодарны. Мы рады, что мы с вами прожили этот год. Сначала анонсировать версию смартфона LG G5 SE, а в дальнейшем мы планируем привести версию LG G5. С технической точки зрения эти два аппарата отличаются лишь типом процессора и объемом оперативной памяти. Во всем остальном аппараты абсолютно идентичны, и поэтому сегодня во время своей презентации я буду говорить LG G5, имея в виду оба этих смартфона. Ну что ж, приступим. Смартфон LG G5. Что это такое? Прошу ваше внимание. Если вам нужна камера, он превращается в настоящую цифровую камеру, которую удобно управлять одной рукой. Если вам нужен музыкальный плеер, он превращается в премиальный B&O Hi-Fi плеер. Делайте снимки с захватом изображения шире. LG G5 и LG Friends. Жизнь прекрасна, когда в ней есть место для игры. Ну, действительно, жизнь прекрасна, когда в ней есть место для игры. С этим сложно поспорить. И LG G5 создан как раз для тех людей, кто воспринимает смартфоны как нечто большее, чем просто гаджет для звонков. Обратите внимание на его дизайн. Тонкий, гладкий, металлизированный корпус. Дисплей с диагональю 5,3 дюйма, изогнутый между красотой и функциональностью. И это как раз верное средство от знакомой нам всем тревоги относительно внезапно разрядившегося смартфона. Однако ученые LG пошли дальше и предложили нам такую модульную концепцию, которая позволяет не просто быстро менять аккумулятор, но и устанавливать на смартфон дополнительные внешние модули, благодаря которым LG G5 разъема, он может быть подключен к любому другому смартфону или компьютеру, как обычный докчип. Потому что смартфон G5 с установленным на нем модулем не теряет ни одной из своих характеристик. Окей. Следующая
панорамная камера. Ну, чтобы доступнее описать вам возможности этой камеры, мы решили показать вот картинку. Вот так, по разъему Type-C, он поддерживает быструю зарядку Quick Charge. Ну вот, друзья, я вам рассказала о нашем смартфоне LG G5. Но вы согласитесь со мной, что играть с друзьями намного веселее. Вот, и у нас двух очень интересных, на наш взгляд, друзьях LG G5. Это LG 360K и LG Rolling Board. Стриминг будет идти в режиме реального времени на ваш смартфон LG G5. Вы можете сохранять и с легкостью шерить контент с вашими друзьями. Как вы видите, корпус с помощью вы сможете дистанционно присматривать за обстановкой дома, за вашими домашними животными, питомцами. И помимо этого вы можете управлять сопряженной с ним бытовой техникой. Это такой вот забавный сферический робот с двумя полусферами независимыми. Он оснащен камерой, как я уже сказала, и имеет встроенный аккумулятор на 5000 мАч. Ну вот, друзья, я вам рассказала сегодня о нашем смартфоне LG G5. И интересно, что будет дальше? Что еще смогут предложить нам инженеры? Какие еще модули? Например, может быть, это будет какая-то портативная консоль, или проектор плюс, или, может быть, карманный фотопринтер, как модуль для смартфона. Пока никто не знает, как говорится, поживем, увидим. Ну, а наше путешествие продолжается. И традиционно, помимо флагманских моделей, компания LG Electronics выпускает ряд смартфонов среднего ценового сегмента. В этом году это наша новая X-серия и ее первые представители LG XCAM и LG XU. Отличительной особенностью этой серии стало наличие премиальных функций по доступной цене.